Днепр. Давайте посмотрим, что ждет Днепр, потому что я знаю, что пока Днепр находится в более нейтральной зоне, как Киев находится, и по факту даже Днепр меньше пострадал, чем Киев за все это время, и Киевская область. Давайте посмотрим на Днепр. Сейчас мы смотрим только город. Днепропетровскую область мы смотрим... Ой, правильно? Да, Днепр область. Я просто не знаю, как... Потому что Днепропетровск мы уже не говорим. Днепр город, Днепропетровская область. Хорошо. Днепровская, наверное. Ну, не знаю. Но если Петровск убрали... Ребят, а вы как вы говорите? Днепропетровская область или Днепрская область? Я просто не совсем понимаю, как оно. Так, смотрим на Днепр. Нет, Днепр у нас выпадает карта мага. Еще раз говорю о том, что это город защищен, и он в данный момент, на данный момент будет защищен по-прежнему, потому что карта мага олицетворяет мощную энергию, мощную силу. И я, как в прошлые разы говорил о том, что Днепр сам находится в каком-то таком местности, где не хотят трогать его русские. Что-то там находится, что-то они... Ну, то есть они не хотят его трогать по какому-то моменту. Поэтому Днепр, друзья, для тех, кто спрашивал про Днепр, будет все хорошо, и карта мага сама по себе выпадает в хорошем реально смысле. Так...